Всем привет, друзья! Вы на канале Фредди Геймер. Сегодня у нас продолжаем проходить Джоли. Это третья ночь. И начинаем. Так, ну вот я уже в игре. Пока никого, ладно. Чекаем камеры. Так, Джоли уже утопал. О, Джолька, привет. Джоли. Так, наш фантомчик пока на месте. Так, кота нету. Кот, я догадываюсь, где он, наверное... О, здрасте. Кстати, я в эту игру сейчас, как вы видите, играю на ПК. Не знаю почему. То меня просто уже на андроиде как скучно, я решил на ПК играть. Так, ладно. Сосредоточимся. Так, Джолик, привет. Кто он так в лифте? Так. Чеку топало, понятно. Ну, сейчас надо проверить. Не страшно. Подождите, не ломайте мои камеры. Они вам не пригодятся в жизни. Мои камеры. Мои камеры тут ни при чем. Это все вы, аниматроники. Так. Я за сколько время? Так. Пока никого. Можно дверь открыть. Да ёлы-палы. Провода угомонись. Так, ладно. Никого, никого, живем. Ладно. Такая тактика прохождения. Так, живи. Давай, чинись. Не дерись. Я только хотела. Давай быстрей. Так, так, кошар. Так, Твити заходит в лифт. Ой, какая Твити? А, давайте его будем называть Твити. Твити. Твити смешной. Нет, ладно, будем ее чикать. Хотя я читал, что ее зовут на самом деле Твити. Но она очень похожа на Чипа. Да, ее зовут Твити. Как их зовут, это реально Твити. Давайте будем ее называть Чикой. Она просто похожа на Чипу. Закройся. Так, подожди. Нормально? Нормально? Так, хорошо живем. Так, нормально, хорошо живем. Что за странные звуки? Мне звуков не надо. Алло, я просто пошел поработать. Вообще-то. Чтоб деньги зарабатывать. А не в такой фигне сидеть. Еще. Просто. Да вообще хоть кто-то приходит ко мне? Не просто тупо на них все равно. Давай. Сейчас секунду. Пока даже что-то ко мне не вообще что-нибудь не торопится идти. Ладно. Раз пока там никого нет. Чего ли они не идут? Эй, ребят, что тут на вас вообще не похоже? Чего вы не идете ко мне? Мне как бы охраннику скучно. Пошутим, пошли. Мне так легче. Ух ты, грёба. Джоли, привет. Полегче. Нормально. Так. Что там с энергией? Бля, плохо. Плохо все, очень плохо. Закрытая дверь Израиля нереально продержаться. Ладно. Да, очнись. Так. Почему никого нет? Ребят, очнитесь. Подожди. Так.
Понятно. Реально на них не похоже. Так, ладно. Пока тихо. Да где они? Я тогда долго не буду. Могу просто запереться. Правда, это ненадолго мне хватит. Судя по энергии. Ладно. Ребята, тут реально на вас не похоже. Ребята, вы чего они ко мне не идете? Ладно. Чиним гребные провода. Так. Нома. Так, все. Я закрываю дверь. Нет, бей. Почему ко мне никто не идет? Ладно. Хотя они на вторую ночь как-то поактивнее были. Просто сидишь, ничего. Так, ладно. Пощелкаем, может, они где-нибудь тут. Может, тут. А, ну ты стоишь. Тебе нечего просто делать. Так, ну... генератор. Все. Можно открывать смело дверь. Боюсь, этого не хватит. Если никто не стучает, значит хватит. Мне не такого хватало. Ну чё, ждём. Ещё эта фигня. Скучно. Мне скучно ждать. О, кот. Наверное, они уже все толпой пришли. А чё ты зыришь на меня? Ну и кто тут гений? Правильно, я гений. Ладно, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!